Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня Плей. И сегодня мы поиграем в такую игрушку, которая называется Секвенбо Мастерс. Так, ладно, меня уже убивают. Мне нужно, короче, стрелять из лука в них. Вот так вот. Вот так вот, смотрите. Опа. Например, убили человека луком. Теперь мы должны еще раз убивать. И это нужно делать очень долго. На! Я сегодня записываю для вас видео очень рано. Потому что мне не надо в эту поганую школу. И я смогу для вас записать приличное... много видео, короче. Очень много видео. Кстати, вы уже набрали под моим каналом 60 подписчиков. Вы просто молодцы. Я устрою юбилей. Конечно, устрою юбилей. Потому что это надо отметить. Но мы убиваем человечка в Бов Мастерс. И я эту игру нашел в Play Market от разработчика... Вот это Stickman Neo, который Randolph Box Play, то есть Randolph Play играл. Все, я уже привык к нему старому никнейму Randolph Box 2. Ну и вот, короче, вот так вот. И расчленка тут всякая. Короче, много крови. Ну и та вот т.д. Если вам не разрешают смотреть кровь, вырубайте это видео. Так, куда ты повернул? Я, короче, сегодня приболел немножко, но думаю, это видео снимать мне не помешает. Давайте вот так вот. Да. Давай, да и... Пульни! Пульни ты косой, дебил! Нет, мне в бошку прострелили прям. Блин, меня убили. Ну, я его убил, на! Так. Кровавая просто расчлененка. На! Все. Так, тут еще кто-то сидит. На! Игра вышла в 2018 году, но... Ну, она все равно прикольная, прикольная. Так вот ломаем его. На! На, расчлененка полная, реально. На! Ах ты! Ах ты ж! Ах ты ж! Ах ты ж, хочешь меня пристрелить, но у тебя ничего не получится. Не, а, я его защитила обратно. О нет, меня убили. Меня стаканцали. На, кровь просто течет рекой. Господи, как это странно. Сколько может человек прожить без головы? Мне кажется, 30 секунд. Или нет. Или меньше. Даже одну секунду, и все. Так, на. Так. И вот... Не-не-не, ха-ха-ха, лошара. Лошара! Лузер! Просто лузер высшего уровня. Ведь передо мной невозможно устоять. Я кого угодно убью. Вот так вот расчлененка будет. Вам нравится расчлененка? Да. На! Ах ты ж! Ах ты ж! Так, все. У меня колено пока подлечивается, я должен его защитить и не позволить им, чтобы у меня еще колено попали. Даже у меня колено лечится. Нет, бошку. Тройное пробитие в бошку. Не-не-не-не. Ах вы. Ах ты все-таки пульнул. На тебе. На тебе. Я его просто пробиваю вот так вот насквозь. На. А что я этого не пробил? Не знаю почему. Ну ладно. На. На. Так, ах ты, хочешь меня убить? На! Все, у тебя не будет туловища, все. А где кишки? Где кишки? Я хочу кишки. Тут должны быть кишки, потому что это же кровавая все-таки игра. А в кровавых играх должны быть кишки. И мясо. И, ну, и убийство. Не только кровь и отваливание тела. Да, лохи. Я вообще его не вижу там. Он вообще самый угол тюрился. На! Ну как ты попал? Как ты попал? О! Он с щитом. А ты не офигел, пацанчик? Так, он все равно сдох. И давайте мы в него пульнем. Опа, опа, пацанчик. Опа. Ай, гребаный бабай. Меня стрелы защищают. Меня стрелы защищают. Я так неубиваемый, да, что ли? Хотите сказать? Ну, давайте их побьем, убиваем. Все, вот так вот их убиваем. Потом вот так вот стреляем их из лука. Да гребаный бабай, не, меня опять убили. На. Вообще, что ли, офигели? На.
Блин, это очень странно. На! О, господи. Может, мы что-то в магазине можем купить? Там есть магазин же какой-то. Так. Так, на! Только одну монету за каждое убийство, это как-то мало. Я хотел и больше. Я наем мне стрельщик по башу. По бошкам, на! А мне дают такую маленькую зарплату. Я всем людям отстреливаю бошки, значит. А мне мало денег платят. О, нет, меня убили. Надо было стрелять, на. Все, умри. Они какие-то уже сильнее становятся, что ли, когда я... Что ли? На! Так. Они еще звуки такие прикольно издают. Нет! Меня так быстро не прострелить. Все, у меня рана заживает. Мне нужно... Мне нужно как-то... Что-то сделать, что ли, я не знаю. Ну, блин, опять рану сделали, вот козлины. Надеюсь, оно подлечится, эта рана хотя бы, и у меня хпшка прибавится, если на это место. Не трогать его, это место. Так, на. Ах ты ж. Да, да, грёбаный бабай, стреляй в него. О, чё я такой косой? Ой, и разломал его вот сам. Он сам его разломал, я ничего не делал, я серьезно. На, на, труп разломал человека. Просто по косточкам. Так, ну ты должен сдохнуть. Да алё, вы хоры мне в ноги стрелять, вы чё? Дяди, совсем уже там греха попутали. Давайте мы сейчас попробуем закупиться, потому что мне эти идиоты уже задолбали. Я хочу закупиться каким-то дерьмом там, наверное. На. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Вот так вот. Не. Да что такое? Да убивайтесь вы. Что это такое? На. Да гребаный бабай. Блин, я ж в него попал. Почему это не считается? На. Я... Человек уже давно бы сдох от выстрела в почку. Ну, я серьезно, из лука тем более. Ну, с пистолета может, по-любому. Но я думаю, два раза в бошку и... Ну, как в игре, короче. Тут есть физика реальная, да. Физика реальности. Так, на! Ай, меня опять убили. Так, ладно, давайте мы не будем слабаками и купим... давайте мы купим... что у нас можно купить? Сор. Что такое соры? Соры. Айров один. Нет. Убейте меня, пожалуйста. Я хочу еще скупиться в магазине. Так что убивайте меня, да. Да, вот так вот выстрелы мне, да. Давай, только я хочу скупиться, все. Мне нужно скупиться. Все, давай. Да быстрее ты убивай меня, да что такое? Давай. Да что ты такой слабак, давай. А, меня нельзя убить, пока я не начну играть. А то есть он ничего сделать не может, пока, да? Так, может вот так вот хотя бы. Давай. Да. Да, у меня что-то почка стала синей какой-то. Давай. Все. Давайте мы сейчас закупимся. Закупимся. Хоп. Подлечим ХПшку. Ну, у меня больше не есть. Значит, мы не закупимся по полной. Так что, у меня 12 хп нафиг. Все, вы должны сдохнуть уже. Вы сдохнуть должны. Вы придурки полуумные. Я вас должен убить. Всех. На. Орите тут еще, но вам никто не поможет, потому что я вас убиваю, на. Так, гребаный бабай, стреляй ты нормально. Ой, у него ноги сломались сами, я ничего не делал. Наверное, его врач подлечил как-то плохо с прошлого раза, и у него ноги просто отвалились. Так, на, стреляю в бошку, стреляю в упор. Так, ладно. Опа. Опа! Так тебе и надо.
Да что вы мне в ногу стреляете? Вообще, что ли, пацаны, офигели? Все, я убит. Я был убит. Да блин, а хватит. Ну хватит, пацаны, я хочу просто расслабиться, пострелять вас в бошки и все. Все в этом смысл, пожалуйста. Вы ж воскрешайте. Вы вообще не меняйтесь, чуваки. Ну зачем вы гонитесь за красивой внешностью? Вы вообще не все похожи на друг друга. Вообще вы близнецы. Что вам еще надо, а? Не понимаю. Ну ладно. Так, на. Да что такое? Бей его. Все, теперь я всю планету захвачу. Шучу. Никогда не захватывайте планету Земля. Иначе вам будет капут в будущем. Так, ладно. Все. Давайте мы пока на этом обзор закончим. Если вам эта игруха понравилась, лепите, пожалуйста, лайкосики. Подпишитесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Ваня Плей. Всем пока!